Считаем, что на самом деле сегодня ставить надо вопросы более принципиально, потому что мы видим, что это уже не первое падение ракетоносителя, не первый разлив гептила. Письмо положите, пожалуйста, в почтовый ящик. Митинг, является, который здесь находится, не санкционированным. Если дальше будете продолжать, то выйдем. Давайте вы не будете пугать меня. Я вас не пугаю. Уважаемый журналист, я считаю, что Россия в лице нынешнего своего представителя показала свое истинное лицо. Это трусливое государство, трусливая подлая власть, которая боится общаться со своими партнерами стратегическими, да, добрососедским народом. Мы хотим сейчас это письмо вложить сюда, одновременно мы хотим вложить вот эти фотографии.